2023, в начале 2024 года мы все стали свидетелями забастовок рабочих нефтяных компаний Казахстана. Забастовки продолжаются месяцами. Требования о увеличении заработной платы и улучшении условий труда все так же игнорируются правительством Казахстана. Реакция правительства Казахстана заключается в репрессиях, возбуждении уголовных дел, увольнениях рабочих и признании забастовки незаконной. Несмотря на то, что нефтяная отрасль носит наибольший вклад в доходную часть бюджета, гарантируя финансовую поддержку другим отраслям экономики и социальной сферы, нефтяники Казахстана получают мизерную заработную плату – это $500, тогда как в мире средняя заработная плата в нефтяной отрасли составляет $12 000. Условия труда у нефтяников очень тяжелые. Социальное обеспечение находится на максимально низком уровне, а материально-техническое снабжение еще с советских времен. Все обращения к правительству и акимам бесполезны и напрасны. Мы помним трагический исход 9-месячной забастовки нефтяников Жанаузена в 2011 году, поэтому считаем, что необходимо объединиться с работниками других нефтяных компаний «Мангистау». Сила народа только в его единстве. Мы, оппозиционная партия «Ла Казахстан», поддерживаем требования бастующих работников нефтяных компаний и просим обратить внимание на обстановку в Казахстане, международных правозащитников и СМИ. «Ла Казахстан».